Че, ребятки, поехали! Чемпион мира у нас на центре должен быть, надеюсь. Но роллы у нас сегодня мощные были. Рандом, шаманчик. Связывай, поехали. Играем. Так, большая змея. Или же хекс. Союзников стаю куриц. Давай большую змею тогда, чё. Я и сам по умолчанию буду, да, в стаю куриц превращаться? Ага. Пойду. Тотем две цели одновременно. Окружает четырьмя змеиными тотемами. Давай дабл рейд, ну, договорились, не вопрос. Вражеским постройкам урон, обнаружить инвиз. Ну, поехали. Надо подумать, как правильнее прокачаться здесь. Мне надо под тотемчик точно замакшенный иметь контроль какой-то. Можно в теории качаться через 3-1-1, может быть. Да? Чтобы эзершок был, и если что, и хекс плюс шейкл. Нормально заезжал. Антимаг, Найтсталкер. Ой, какие герои-то все неприятные. Фу-фу-фу! БКБ-ху надо тарить будет. И то Бэтрайдер БКБ-ху пробивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Длительность для убийств. Атаки так, туда-сюда. Кто в миде? Клинкс? Или Бэтрайдер? Я думаю, что Клинкс на самом деле. Кто бы это ни был, я думаю, что ты точно имеешь смысл купить стики и может даже сразу апнуть. Что-то вот такое сделать, да? Дальше ботл. Без тангусов как будто смогу. Посмотрим, еще донесу. Еще ботл. Так, берем. Потом арканы обязательно. Потом, наверное, блинк. Наверное, блинк даггер. Правильно. Поехали. Бам-бам-бам. Запрогнозил вам. Чувак, это рэвчик. Так. Это берем. Поехали. На первом уровне эзершок берем. Три цели, кстати, это вообще с кайфом. То есть я каждый раз, когда по грипу долблю, я еще и по противнику буду задевать, правильно? Как изволишь. Конечно. Очень медленный герой на самом деле. 285. А, ну это еще день. Типа я-то привык обычно, что это под ночь ты бежишь, правильно? Тут Баланар шифтанул, все. Ну все, я готов. Заряжен, ребята. Шестой уровень и в бой. 200 маны. 125. Подожди. Скилл не требует маны или мне кажется? Этот скилл не требует маны? А где монокост? Да быть того не может. Это баг. Наверное, дота бета. Привет, привет, Валентайн. Спасибо, все хорошо. Живем, здравствуем. Радуемся жизни. Хорошо залетел. Надеюсь, у тебя все хорошо. Клиникс на центре, ага. У меня тычка здоровая, я должен комфортно вас сидеть довольно. Whatever it takes. Я дико извиняюсь, что вынужден отвлечь. Ребятки, разыгрываю 20 аркан у себя в телеге. Все, что нужно сделать, просто зафоловиться на нее и нажать кнопку «Участвовать». Ну и, конечно, вести себя хорошо, улучшать комьюнити. Ссылочка в описании. Меня направляют духи. Исполнить точности.
Ну, убить его тяжело, конечно, будет из-за того, что у пацана третий скилл. Давай мне сейчас. Ну, я думаю, мы в целом должны и сами стоять бодренько. Ботал несу, хорошо. Полоски там парень, конечно, отдыхает. Оп. Пробитие делаем. Ранжевичка утягиваем. Пойдем, сбегаем потихонечку, покачаемся. Это я спрячу. По ресурсикам. Безусловно. Меня ведет призрак. В итоге он потерял важнейших хрипов. Как же я его перелоскичиваю, ребята! А есть монокост, черт! А я поверил тебе, Габен. Знаю, что моя ошибка, но все равно. Танго себе донес, видали? Амосу Атикану, братан. Передай привет крипчикам. Какой же крипстат, ребята, бешеный. Вау. Оп, моё, отдыхать. Халява, халява. Стоим, чилим. Уничтожаем на центральном коридоре противника. Вардик все тараним, хорошо. Мастер, мы доминируем. Оп, даже этого добил, видали? Водичку забираем. Клинкс пошел еще и за водой. За руной баунти. А, передумал, кстати, ты смотри. Понял, что фуфлом, да, попахивает такой мув. Нормально, нормально. Сто золота осталось. Успеют ли доехать до меня арканы, интересно? На Клинзе вообще отъехал куда-то, ушел. Ну нахер. Куда он ушел? Он стакает себе, что он делает, я не знаю. Я не знаю, где он. Безусловно. Это моё. Удар. Да. Да, братан, это змейка, а ты думал? По приколу здесь сидим. Жесть. Просто уничтожение. Не захочешь зафармить-то на Рубике? Ну-ка иди сюда.
Не захотел, понял. Парни, релакс, пожалуйста. Нормально. Достойный разменыч. 500 хп у Тавара. Уходим на отдых. Релаксируем. Выживать превращается в курицу. Ага, то есть я взял аспект, который меня просто в курицу превращает, но без копий. Я понял, понял. Так, что дальше? Вообще? А, ну блин, я же не могу себе позволить сейчас шарт. Да, придется вот так вот делать. Клинкс побежал наверх. Оп. Духи послали мне силу. Веди меня, и я пойду за тобой. Погнали пушить, ребята, работаем. Крошатся кости. Я же их предупредил, что Клинкс пошел. Ай-яй-яй. Вообще очень не хочется здесь змею ставить. Ради вышки. Я кайфую с этого героя, ребята. Я кайфую с этого персонажа, я сказал. Что это у него? Я не знаю, я сам... Вы понимаете, он умирает от моей змейки, я сам в шоке, я вам клянусь. Я смотрю на этот дэмэдж, который от него откусывается, я сам в шоке. Я такой, а что, я должен был его здесь убить? Серьезно? Я реально должен был. Я реально убиваю, я вообще офонареваю. Кто это придумал? Кто ты, о, змеиный тотем? Для туземцев Шикака. Спасибо, что стоишь тут, я пошел дальше. Не с кого-то не помочь, да? Лечу с блинком. Я с блинком, 7 секунд. Звучат не... Идите на него, я с блинком. Я прыгну. Как пожелают духи. Нормально. Ну и дуэль. Ну и битва двух змей. А я смогу зафармить свою же змею, интересно? Но это не просто. Это больно. Но это дело принципа, я хочу. 231 единица золота, что? Я 200 золота зафармил? 200 золота за это? Ошалеть не встать просто. Просто ошалеть не встать. Че, я вагоним поеду, мне особо собирать нечего. Брат, ты без стан играешь или что с тобой? Он реально не жмет его, я ничего не понял, что произошло. Как пожелают духи. Работаем, пушим. Принято. Это шаманчик, ребята, он связывает и уничтожает. Уничтожает и связывает, правильно? Слушаюсь и
Хороший глиф, парни, чтобы я все зафармил, уважаемо. Как прикажут тени. Ай, не дотяг. Не дотягивается мой змей. Нормально просто. Пришел, 1x2 убил. Пошел дальше по делам. Стараюсь никого сильно не отвлекать, да. Плюсец бы на этого. Плюс один. Сори. Эмбер, ТП. Спасибо, папаша. Понял, не рассчитываем. Даже не почесался ТП дать. Посмотрел? Клинза бы ушатать. Уровень глобальный это позволяет. Давайте послушаем, как говорят буквы. Жестко. Но это скилл, ребята. Я даже не удивлен, что выжил. Я так, в принципе, и планировал. Это я для вас эмоции тут выдаю. По факту, дефолтная моя катка на шаманчике. Каждый день хожу в мид, даже без стрима я вот так вот показываю. То ж могу. Плюс будет любой контроль. Походу видел меня. Я сейчас очень сильно любого убиваю. Активочку ждем. Ну в идеале, конечно, ульту уже жать с аганимом. Я иду под мид с арчидом. А змейка-то живая, там душит, щемит. Меня ведет призрак. За мной бежит. Там ремнант, если что. Ренис. Антимаг умер. Нормально. Этого убили. Детекшн. Оп, хорошо. Нормально. Хороший файт, ребят. Ради такого можно умереть. В принципе, норм. Тринкет. Тринкет такс. Ну хотя поможет первым быстрее пачки защищать. Ради этого можно взять. Поехали. Так. Окей, ребятки. Я встаю. Там снизу. Конечно. Можем вышечку забирать. И сразу в Т2 пойти, кстати, если толпой пойдем, ребятки. У меня змейки с аганимом. Все рухнет сейчас. Мы с Катапой. Погнали, стакнемся. И под змею просто стоим, потом деремся. Я там никак не окажусь сами.
Нормально, вчетвером хватит. Им нечем драться, у них нет ночи. Это два наши. Бам. Ну, змейка потанчит нормально, можно отпустить. Главное под змеей, под змеей. Если не под нее сунуться, им хана. К вам пошел. А ты-то где? Есть, у меня есть ремонт. Все, и под змеей, под змеей. Ну-ка, не, все. При. Халява, ребята, халява. Они ничего не могут противопоставить моим змеям сейчас, понимаете? Ничего не могут противопоставить. Че там Клинкс дезолятор покупает? Что бы я взял здесь? Не-не, давайте надо, у нас Эмбера не будет. Подвыйдем, подвыйдем немножечко. Пойдем топ снесем. У них все когда. У меня змейки уже откат. То есть я Октарин хотел, в принципе, но можно и так, я думаю. Не показывайся, не показывайся, я начну. Ё-моё. 18-я минута, у антимага даже не все детали Battle Fury. Как оно? Нормально, нормально. До конца, я со змеей. Потом можем в хайграунд пойти, у них глифа не будет уже на ХГ. Волшебство снизу, говорят. Давайте, мы все встакнулись. Пойдем, у них нету ночи, гарантированно. Просто ставлю змею, глифа нет. Заканчиваю. Изи. Я бы ядовитую взял. Вот так вот должен. Шаманчик шпилится. Оп, работаем. Стойте под змеей просто и все. У меня аганимная, у меня сильнее. Минус, парень. Их змею можем попинать. Толпой, толпой навалились на змейку. Че, больно, да? Дец. Подвиньте, подвиньте надо, ребят. Ну ладно, го подвинем. Не, не улечу, наверное. Или улечу. Не, улетел. Come on, come on. Так переход, переход. Бобика, осторожно. Очень хорошо получилось. Я стики нажал после его ульты. Стики нажал после ульты Оракла. Кайф. Да горе фрешер просто. Здорово, Кибер. Че вообще париться? Хотел спросить, Let's как go. Тебе ДБ в миде? У меня на ней 29 тир. Винрейт на миду 87%. Жене передай привет. Я ей вчера донатил. Не знаю, она тебе передала или нет. Спасибо большое, Ильнур, за 200. Спасибо тебе за поддержку. Слушай, ДБ я одобряю. Хороший герой. Мне нравится на ней ходить в центр. Антимага еще. Вот и очень большая пачка, можете отпушить танч. Соло. Соло навалю. Привет. Привет, привет. Оп, зафармили. Оп, взяли, хорошо. Че бы дальше?
Жирок возьму себе, да? Нормально. 110 секунд КД. Ну, много, блин, конечно. Что-то вы передали чутка. Блин, он еще и вард забрал у этого. Ёпарасота. Не за того вписались, надо было его продать. Блин, БКБ вот... Охота, но мне кажется, с двумя змейками мы просто игру закончим. Я почти уверен. Я почти уверен, что так оно и будет. Так, Балнар ультанул. Ночь КД, правильно? Правильно. Все, поехали. Клиник с дезолятором и Драгонлэнсом. Без Арчида. Я не знаю почему. Самому интересно. Пойдем дальше убивать, правда. Пошлите, надо, да. Побегу, здесь чины какие-то. Я иду. Ладно, другого нашел. Го на хэграунд сразу. У них ульта Балнара КД. Я змейку Рубику не отдам, они офигеют. Змейку нельзя отдавать, она пиздец что-то ебет. То ж моя. Все, заходим, ломаю. Сори, парни. Подожди. Так у меня Аганим бьет по двум целям или нет? Да, бьет, все равно. Я что-то не вижу никак тычку. Смотрите в боте, могу засетапить пойти. Будет плюс. Что-то не добили. Нормально. Поджарили пацанов. Хотел спросить, на ком в миду ты стоишь обычно? И второй вопрос. Так передала привет или нет? Как сам? На каком рейтинге играешь? И против кого тебе хуже всего на миду стоять? Цепляю антимага, готовьтесь. Спасибо за 200 минут. Я рандомлю в каждой катке. Понимаешь, у меня нет такого, что на каком-то герое в миде стою. Сейчас будет. Ого. Ну это чертов крип, да? Че, можем мид снести пойти? Я рандомлю, у меня нет такого. Я играю на всем, понимаешь? Мне вообще по барабану, на чем ходить в мид. Честно, ну. Без разницы абсолютно. Привет, конечно, передала. Сказала, привет, и передает. Зритель, товарищ. Здесь этот, гандон. Бей его ловить, просто пошли пушить. Тут ничего нету. Да пофигу на него, не? Нам вышку забрать, у них минус сторона следующая. У нас типа ДК соло может его убивать. Куклан, бей куклан, осторожно. А, офигеть, они сразу кончились. Все, мы заходим. Погнали на первый раунд. Крипов нету. В топе поймаем, если то можем. Если нет, то нет. Должны, блин, на ХГ заходить, но не смогли. Байчу на тебя клинза. Забайтиться, не. Идите на топ, ловите, чтобы там пачку не скип. А зачем? По миду идет. По миду, по миду. Слушаюсь и повинуюсь. Они реально сломали мне змейку. А почему мы так долго ломали змейку Рубика, если их змейка, ну, моя змейка так быстро сломалась? Потому что потому. Балнар сзади ждет, куда ворваться. Антимаг сейчас сзади подойдет, ребята.
Он отскипал пачку. А, не, не подойдет. Эх, Аркан Руну взял себе. Поехали. Пойдем, пойдем, вот так вот можем. На следующую сторону. Тимур, привет. Спасибо за твой контент. Обожаю тебя. Давай, смотреть. Это всегда. Подскажи, закупаемся. Пожалуйста, как ты делаешь, что на стримах есть звук музыки, а на записи смотри, нет? Чего? Потихоньку в стриминг вкатываюсь, не доты. Извини, все, что спрашиваю, но будешь ли ты в этом году ставки делать на Инте? Если будешь, я с тобой, бро. Если сделаю в этом году больше 100к, тебе 5к задоначу. Слову своему уверен, проверишь. Рефрешер забрал, черт возьми. Так, Broken 4, спасибо за 200. Пожалуйста, за контент. Вот, слушай, специально какой-то плагин скачал, разделил звуковые дорожки, получается. Одну пускаю на фантомную дорожку на Твиче, вторую как бы общую делаю, чтобы на запись трансляции оставалось. Запарный процесс, вот, ну, лучше всего погулить просто и так под ногу есть кинуть? Опять не отдал ему. Подожди, он забрал змею, кстати, убейте его. Молодцы. Тик он, блин, прыгнул. Нифига, что у него было. А где Баланарчик? Он же байбекался. Все, игра закончилась. Получается, да. Нормально подкормили меня. Ильнур, спасибо за еще 200. Ну, скорее всего, да, если жив-здоров буду. Я же каждый интик смотрю постоянно. Постоянно анализирую. Сделаю больше 5к, теперь начну 5к. Своему слову уверен, поверишь. Да, не вопрос. Давай, давай. Если... Ин пройдет так хорошо, что сделаешь плюс 100к, я и сам как бы там нормально, значит, плюсанусь. Посмотрим, посмотрим, как сложится. Надеюсь, удачно. Спасибо за 200. Молодцы, ребятки, легкая катка. Молодец, Тимур. Медовый шаманчик. В прошлый раз ты проебал. Так ты, наверное, играл плохо, нет? Сегодня вроде в форме. Ты, наверное, тиммейт был. Ладно, удачи. Давайте, давайте. Когда все в команде играют хорошо, конечно, побеждается. Тут уже и я могу спокойно подзатащить. Чемпион мира МВП, ребята. Shadow Shaman, мид, через аспект не на Хексулю, а на Змеюлю. Блин, ну капец, она здоровая бандура, конечно. Просто уничтожает. Я тоже в шоке, ребят. Тоже в шоке с этого дэмэджа. Так, молодцы, ребятки, так, держать. Ну сильно, ну стильно, ну уверенно. Десятая минута, 6100 у меня, 6000. Слушайте, я часто довольно чекаю, я после каждой катки стараюсь, ну, чекать нетворса на десятой. 6000, а я не уверен, что у меня когда-либо было 6000 смида. Честно, я не помню. Вот за последний месяц, наверное, ни одной катки не было, чтобы на 10 у меня было 6. Чтобы я вообще хоть у кого-то видел 6, давайте так. Я видел 5,5, я видел 5, но 6100 на 10? Это нереальный скилл, походу.